Для новой фотозоны я взяла подложку под линолеум, вырезала много полосок по всей ширине. Из этих полосок получились кружочки. И сейчас покажу, что из подложки я вырезала множество вот таких кружочков. И вот все, что осталось от этих кружков. Теперь их надо будет соединить. Для начала нитка связана посередине, это будет сразу же две полосы для фотозоны. Все, я сейчас покажу, где примерно 10 сантиметров я оставляю между двумя кружочками. Первые ленточки симметричные могут быть 2,50. Высота не столько. И у меня будет много Ваня, это уже покороче будет ниточка. Столько столбочек получилось. 10 двойных полосочек. Буду системный джокер. Вот эти вот материалы. Сейчас я на них закреплю. Сначала будет тюль. Верхняя стойка отцеплена от вертикальной. Засовываем тюль. Тюль закреплена. Теперь свои ниточки я буду прикалывать за кружочки вот сюда, к самому верху. Прикалывать буду булавочкой. Кружочки прикреплены, и верхнюю палочку я буду украшать вот такими цветочками с помощью жгутов. Так, у меня оператора нет. Я постараюсь одной рукой показать, как я скрепляю цветы. Одной левой рукой, я не знаю, насколько это получится. Вот, перекинула сзади трубу. Здесь у меня есть шляпки. И нижнюю и верхнюю дырочку я тоже отдельно. Если начинаю продевать, я уже не снимаю. Вот нижнюю дырочку я попала. Нет, не попала. Не получилось. Не получилось заснять и закрепить. Эти цветочки закреплены. Осталось два.